Абдирашид Ормонов, житель села Аксай. 16 сентября его дом и все имущество были сожжены во время вооруженной агрессии Таджикистана. Неделю назад семья Ормоновых переехала из временного жилья в новый дом, построенный государством. Сейчас супруги понемногу обустраивают жилище. Это у нас детская комната. Пока что разместились так. Эта комната большая. Здесь мы собираемся с семьей. Дома хорошо, спокойно. Житель села Достук Чингис Мамаджанов попросил рабочих временно приостановить строительство дома. Мужчина ждет, когда спадут сильные морозы, чтобы начать внутреннюю отделку жилища. По словам владельца дома, самое главное, что стены и крыша уже построены. Я очень рад, что государство и кыргызстанцы помогали нам в сложной ситуации. Под контролем президента идет строительство наших домов. В моем доме уже построили крышу. Сейчас очень холодно, и строительные работы приостановились, но скоро возобновятся. Всего в пострадавших районах Баткентской области будет построено 422 дома. На сегодняшний день более 40 полностью завершены, идет их сдача в эксплуатацию. Одновременно идет строительство социальных объектов, разрушенных в ходе событий на госгранице. Во время рабочего визита президента Садыра Джапарова в Баткент мы сдали в эксплуатацию 27 жилых домов. На сегодняшний день мы планируем сдать в эксплуатацию 42 дома. Кроме того, имеется 11 соцобъектов. Это школы и детсады, которые строятся при помощи АРИС. Напомним, что в приграничном инциденте с 14 по 17 сентября прошлого года в Баткентском районе были полностью сожжены 317 домов, в Лейлекском районе 100 домов и один дом в городе Баткент. Строительство новых жилищ для баткентцев полностью оплачивается государством. Мадина Низамова, Адыл Оразалиев и Ният Эргешева, ЛТР, Баткентская область.